Друзья, всем привет, с вами Кимиев1, и сегодня мы поиграем в Metal War Online. Частенько в эту игру заходил раньше, очень много играл, сейчас поменьше, конечно. Тут под Новый год просто разработчики немножко пошевелились, они тут редко что-то делают. Или на праздники игры что-то устраивают, или на Новый год, а так их сильно-то и не видать в этой игре, она топчется на месте. Но игра очень интересная, всегда играл в нее, всегда говорил, что это классная игра. Жаль, что ее дальше так не развивают, потому что потенциал у игры всегда был большой. Онлайн, даже во времена, вот как сейчас, мало, когда разработчики с ней занимаются, все равно онлайн есть. Потому что, ну, игра достойная, ребят, на машинах таких космических воевать. И вот что они придумали. Тут не надо думать, что акции халявные, нет. Здесь всегда на скидки только, то есть надо всегда тратить свое бабло. И здесь нас что ждет? На протяжении всех праздничных дней вы сможете приобрести припас праздничный, фейерверк, припас торжественный салют, припас новогодняя елка, покрытия различные. Еще раз надо понимать, тут не дарят подарков таких вот диких, но могут VIP там подарить, еще что-либо ненадолго. А в основном это скидки на какую-нибудь вещь, которая нужна игрокам. То есть здесь надо донатить всегда в эту игру, чтобы было понимание. С донатом здесь, как говорится, жизнь проще. И вот покрытие. Покрытие, они здесь дают буст к различному орудию и всего прочего, ребят. То есть вы понимаете, от покрытия у вас будет зависеть и ваша боевая эффективность. К сожалению, здесь это так. Ну вот, кто в танке Force играет, тот понимает. И первое покрытие, это будет покрытие уют. Вот так вот справа сейчас увидите, там появится картиночка, прилетит, и машинка будет с этим покрытием. Как она будет выглядеть? Просто кому-то визуально это хочется увидеть, то это будет вот так, ребят. Выглядит довольно-таки симпатично. Ну, про клановый фонд вы сами знаете, что он будет повышен, не буду про это говорить. Это первое покрытие. С 25 по 31 скидка 30% на золотые покрытия, 50% на VIP. И уникальное покрытие Скорпион будет. Вот. Тоже также оно буст дает к различным видам вооружения. Как вы понимаете, там сколько? 20, 10 на что-то процентов, на что-то 15. Но это не суть. Это можно посмотреть. Не буду в это вдаваться в подробности. Ну и как всегда, платежная акция. Купить 990 золота и получив подарок 25 тысяч припасов супер выстрел. Вот так вот здесь, в общем. Чтобы было понимание, надо тратиться. Но со скидочками. Кто готов донатить, тот может играть. Купи там 5900 золота и получи премиумную технику Титан на 30 дней. Ну, то есть временно. Далее, что еще могу сказать. С 1 по 8 будет каждому игроку, вошедшему в этот период, VIP на 7 дней в подарок. Скидка 30% на золотые покрытия. Также на премиальную технику 50%. И Скорпион. Уникальное покрытие. Вот оно как выглядит. Но по мне, Скорпион внешне хуже всех. А, Скорпион это еще там, ребят, в предыдущем. С 1 по 8 Саламандр будут выдавать. Скорпион меньше всех нравится из всех трех покрытий и прочее. Вот, но тоже буст свой дает и хороший буст дает к разному вооружению. Имейте в виду, кто готов, как говорится, играть в эту игру и дальше продолжать, это очень поможет. С 1 по 8 января тоже у них разделение по акциям идет, как и каждому игроку. Випку подарят на 7 дней, ну хотя бы неплохо. Випка здесь тоже очень сильно помогает. Тут все помогает, на что-то деньги тратишь, как говорится, скидка на все прочее. И все хотят, как говорится раньше, Саламандра. Покрытие потрясающее, покрытие, она и внешне классная, и буст хороший дает.
Сейчас вы ее тоже увидите. Но вот это вот действительно достойно. Нужно войти, посмотреть. Кто хочет, может это покрытие заиметь. Саламандр неплохая. Вот внизу, в правом нижнем, как раз покрытие есть. Оно так и переливается сиреневого цвета разными оттенками. Супер. Ну и платежные акции. Это купи 2500, грубо говоря, золота. 50 припасов мегащит, мегааптечка. Купить 15 тысяч золота без учета бонусов. И получи в подарок оборудование циклотрон 4+. Вы сами понимаете, что... Ну, это не маленькие деньги, на самом деле, ребят. Чтобы было понимание, не маленькие. Чтобы это все приобрести, те же 3 тысячи, 15 тысяч золота нужно задонатить. Но тут такие только играть, потому что смысла нет. Просто так играть без доната здесь не очень будет комфортно. Потому что будет преимущество у тех, кто все-таки денежки немножко в игру вкладывает. Игра очень интересна. Редко тут что-либо, обновления какие-то новые появляются. Жаль, конечно, жаль очень. Но все-таки просто драйвовая игра. Помните, в свое время и стримил я ее, с вами стримил, с подписчиками. Было интересно погонять. Вот здесь вот захват елки новогодний. Тут флаг обычно в этом режиме. Тут несколько режимов, ребят. В этом режиме захват флага. Но здесь мы вот видите, вот я схватил елку, попер на ней. И надо ее донести. Но я ее сразу говорю, я ее до конца не донес. Я передал товарищу более мощному. Тут на F-ку жмешь и передаешь флаг. Ну, вот в данном случае елочку. И он ее дотащивает, а я его просто сопровожу. Вот такие вот акции. Это так бы я акциями и не назвал. Так на самом деле. Халявы здесь сильно-то никакой. Но все равно приятно, что что-то делается. У них до сих пор реклама висит июньская. Июльская, когда им там было сколько-то 100 лет игре. Я угораю, конечно. Но, вот, они сильно не заморачиваются. У них полгода она висит на заставке. И даже никто ее не убрал. Ну, новогодняя, надеюсь, сейчас что-то появится. Какая-нибудь заставочка, может, разработчики сработают. Скорее всего, просто они занимаются другой игрой, а иногда сюда заходят и что-то делают. Так, ну что, ребят, хочу сказать. Вот такие акции. Кто играет в эту игру, да и не играет, тоже всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успехов, любви, всего-всего самого лучшего. Играйте в игры, если есть желания, нет. Да лучше на каникулах, знаете, не сидеть под монитором, а съездить на шашлычки, сходить в лес, подышать свежим воздухом, наиграться еще успеете в зимние там какие-нибудь холодные времена, пока тепло стоит или что-либо. Потому что монитор монитором, игры играми, а природа, нужно себя беречь. Всем пока-пока, с вами был Кимиев1, ребят, и до встречи на полях сражений. Всех с Новым годом!